Песня «Азербайджан» звучит в исполнении Джавида Самедова. Муслим Магомаев написал вместе со своим другом Робертом Рождественским. Это история взаимоотношений партии и беспартийного свободолюбивого Магомаева. Рождественский предложил патриотический текст на торжественную музыку, а Муслим Магометович ответил отказом. Тогда же лидер Азербайджана Гейдар Алиев в преддверии визита Леонида Ильича Брежнева попросил Муслима Магомаева написать песню приветствия. Двое авторов дописали имеющуюся песню, виртуозно обойдя тему вождей и революции. Так она и живет по сей день. Торжественная песня.
настала в мире будто весна. Я пройду сквозь годы и времена. Песня из цикла цыганских песен, написанная знаменитым композитором Матвеем Блантером. На сцене Джавид Самедов. «Кони-звери».
Там за белой пылью в замети скользя небылицей пылью жаркие глаза пылью не предо мной так быстрее ж птицы шепче коренной. Ой, вы кой, кой, зверь. Звери, кони, эх, черные да серые, черные да серые, черные да серые, но везде же и нет. Черные да серые, черные да серые, черные да серые, но везде же и нет. А глаза сияют ласково. Меня только ждут без меры из-под сонных дуг. Гей, чубарь мой серый, задушевный друг. О, звери, звери, кони, эх, черные да серые, черные да серые, черные да серые, да медвежий мех, черные да серые, черные да серые, черные да серые, да медвежий мех. Я рыдать не стану, бур не закучу, я тебя достану, я тебя умчу. Припадешь устами, огуришь как дым, в полынью с конями. Черные да серые, да медвежьи мех.